Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас битва гильдии на английском сервере. Как видите, я силушку немножко поднял. Думаю, где-то 640 завтра апну. Если добью кристаллики, не буду втыкать на шопинг фри забирать. Поехали посмотрим, что там у нас сегодня на битве гильдии. И у нас сегодня будут два интересных теста. Это будет вот такой вот огник с уклонениями. Я вам его показал или покажу, не знаю, в какой очередности выйдут видосы. Это раз. И второе, я поменял чары на Ронине. Вот такой вот Ронин у нас будет с пиромагом. Вот интересно посмотреть на пиромага, что он покажет. Плюс выживание я уже показывал, я жог 9. Вот такая вот сборочка у нас будет. Поехали посмотрим, что там у нас делается на битве гильдии вообще. Так. 450. 338. 480. 467. Так, однозначно отсюда троих будем бить. Поехали посмотрим. Так, огники вижу. Вижу воодушки. Отлично. Это, кстати, очень радует. Вызываем сюда наших друзей. Вот это самая-самая плохая вещь. Когда у тебя есть Фрея, воодушевление. Почему? Сейчас вы, в принципе, увидите. Вот смотрите на моего огника. Он просто будет тупо все время на Фрее зависать. То есть ему пофиг. По сути, его Фрейя не попадает, его убить не может, но выкидывает кучу, очень-очень много. Так, ну, я надеюсь, он не сольется, потому что я без триантика пошел. То есть вот такой вот вариант, это самый плохой, я вам скажу, почему. Потому что зависаешь огником, либо Фрейя с утеканием, и просто тупо все время у тебя будет вот так вот сноситься вся база одним героем. Но по сути, как видите, по нему не попадает толком. Да, его могут ушатать, если смотритель будет вовремя сработает. Но я что-то смотрю, у него и со смотрителем все печально. Вот оставили одних юнитов ему на базе. 100%. Вот как-то так. Поехали смотреть следующего. Так, что тут у нас? Тут у нас поинтереснее. Тут у нас Бугимен. Анубиса там вижу. Ну, давайте попробуем запустить изначально вот так вот Ронина. Если зайдет. Его не шатают. Ну, шатали. Значит, попробуем выше запустить. Опять же, как видите, у меня нет дерева, у меня есть сено, но у нас воодушевление, поэтому слиться мы можем запросто. Я, честно говоря, не исключаю этот вариант здесь, но в этом весь прикол, интерес. Так, ну у нас нету отхила на нем, то есть у нас только смотритель получается. А, нет, ничего ж это нету, на нем же воодушевление. Все отлично. Давай, друг, не сливайся. 52%. Отлично. Ну, как видите, любая база, даже с топовыми прокачками, может быть пройдена очень-очень легко. Так, вызываем сюда, опять же, и кидаем его. Чем подальше. Ай-яй-яй, немножко он не успел, не успел. Это печально. Как-то слабовато у него с дефом, я вам скажу. Ну, огник вполне достойно с уклоном смотрится. Учитывая то, что ему можно было бы еще и слона туда поставить. Надо было, наверное, с него начинать. Посмотреть, или он здесь соло тоже затащит. Ну ладно, уже не проверим. Так, окей. В один.
Поехали, следующий 467. Так, что у нас тут? Ворожей, Огник, Райка, Буги. Ну, попробуем, наверное, через Ворожея. Давайте так попробуем забежать ради интереса. Думаю, Ворожей будет себя хилить вовремя. Мы его не будем сливать. У меня, кстати, этот Огник не максимальной прокачки. Так, отлично. Потому что если был бы он еще и максимальной прокачки, то это было бы жестко. Так. Слили 54%, ребят. Это интересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Будем надеяться, что Ронина не так быстро сольют. Фиг там. Ничего себе. Жестики прям. Так, кидаем сюда командору. Я думаю, Лазуликс там разберется. 97%. Так, ну что, попробуем Ворожая сюда закинуть. Успеет и не успеет? Не, не успеет. А, так, это интересно, кстати, даже очень. Под хилом у меня все плохо. Если сейчас ее сольют, а ее не успели слить. Вот так вот, вот люблю я такие трешаки, ради этого интересно побегать здесь на битве гильдии. Не успели. Так, окей, поехали дальше. Ну, как видите, в принципе, Огник довольно-таки неплохо себя показывал. Там еще не оживили. Так, что тут у нас? 456 450. Давайте этого и там еще одну последнюю гильдию возьмем. Тут что-то вообще непонятное. Поехали. А, тут стрелок и Фрей, отлично. Я думаю, тут тоже у нас проблем не будет. Можно за это апельсинку съесть. Точнее, мандаринку. Так, окей. 44%. Неплохо. Мне нравится. Учитывая то, что это еще не максимум, очень-очень даже достойно он смотрится. Тут, наверное, даже лучше ему нельзя поставить Феникса в таком случае. Хотя на нем цеп более надежный. Именно на Ронине том же самом, на Фрейе. Не дали, чуть-чуть не хватило, как видите, чуть-чуть. Так, окей. Последний. Что-то он намудрил. Рибета поставил. Я надеюсь, он знал, что он делал. Что-то странное раста. Может, я что-то не знаю. Да ладно. Тут вообще отлично все у нас. А, не, все-таки Фрейка у него есть. Ты думал, Фрей нет. Размечтался. Ладно, закинем Ронина, чтобы время не тянуть.
Ну вот как-то так. Ничего сложного. Я вам скажу, мне понравился он. Реально очень-очень интересный вариант. Так, кинем сюда нашего нуба Анубиса. В принципе, неплохо. И что у нас получилось по битве гильдий? 6466. Ну, намного меньше, чем, конечно, на Китайке я набил сегодня. Потому что там топы были свыше 500-ки все, 550 и выше. Тут, конечно, как видите, намного ниже. Но все равно. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Все, что надо делать, вы знаете. Всем удачи, всем пока.